Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Это видео посвящаю давнишней своей мечте. Это сделать прокат велосипедов на острове Хайнань. Сейчас я сделал и подготовил вам велики. Они забрендированы, их очень просто узнать. На них есть надпись Георгиев Travel. Их на сегодняшний момент всего два. На сегодняшний момент я один пристегнул уже возле торгового центра «Ананас». В общем, смотрите, о чем я хочу сейчас повести речь и как мы будем ими пользоваться. Все очень просто. То есть я их делаю для того, чтобы вам было удобно передвигаться на этом острове, можно было куда-то смотаться, съездить и так далее. Я их делаю абсолютно бесплатными. Для того, чтобы его взять, понадобится просто узнать у меня код-пароль от этого замка и, собственно, пожалуйста, делайте. Единственная просьба, раз я их даю бесплатно, как говорится, не сломайте, не разломайте, не выкиньте, не сделайте, потому что если они через какой-то период времени быстро особенно исчезнут или превратятся в негодность, я, соответственно, не буду как бы эту историю продолжать, потому что она мне, естественно, будет неинтересна. Говорю как есть. Если эта история будет как бы хорошо развиваться, все делать, естественно, я увеличу количество велосипедов столько, сколько нужно. Считаю, это для вас будет очень удобно, потому что на сегодняшний момент есть куча велосипедов китайских, называется там велошеринг, да, такой. Но они недоступны для вас, потому что для этого нужна китайская карточка, деньги на WeChat, сам WeChat, да. И только в этом мини-приложении вы сможете, соответственно, взять и на прокат велосипед. Опять же, те велосипеды, которые дают на прокат китайцы, они абсолютно простенькие, никаких там скоростей нет, ничего, они как бы, ну, не очень, да. Поэтому, смотрите, я вам заморочился, поставил, вполне считаю, нормальный байк, как видите, весь на фарше, с подножками, с тормозами, в общем, все как надо, найти его будет, как говорил, очень просто визуально. Единственное, что хочу еще попросить вас, пожалуйста, когда вы берете велосипед и куда-то ездите, было бы прикольно, если бы вы выкладывали фото или видео в Инстаграме под хэштегом Георгиев Travel Вело. Это будет круто, я считаю, будет интересно. Многие другие люди будут смотреть, будут понимать, что за велосипеды, как взять и так далее. В общем, пока запускаю эту тестовую историю, хочу, чтобы вам здесь было удобно передвигаться, потому что для меня на отдыхе всегда важен транспорт, да. Начнем, как говорится, с малого, это с велосипедов. Поэтому обязательно берите, находите велосипеды, делайте свои классные фотки, выкладывайте в Инстаграме, я буду за этим всем смотреть, следить, пишите мне, чтобы узнавать код, пароль, в дальнейшем, возможно, его размещу дальше в соцсетях, чтобы вам было уже удобно пользоваться, мы его будем периодически сменять, да, потому что есть у меня люди, кто следит за ними, и вы будете тем самым пользоваться. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что смотрите мое видео, пользуйтесь моим велопрокатом бесплатным. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Travel. Увидимся!